И мы переходим не просто к утренней зарядке, а к нескольким упражнениям, которые позволят прокачать какие, Виктория, мышцы? Какие волокна? Медленные волокна. Медленные волокна. Что это такое? Виктория Чибисова, фитнес-тренер, расскажет прямо сейчас всем вам. Если у вас были спортивные выходные, то вам нужно немного встряхнуться, поэтому присоединяйтесь. Если были не спортивные, тогда присоединяйтесь тем более. Доброе утро. Сегодня наша зарядка будет проходить в статическом режиме. Или еще его называют по-другому изометрический режим. Такие упражнения не требуют движения в суставах. Это значит, что такие зарядки будут полезны людям, которые страдают, да, и имеют какие-то заболевания с опорно-двигательным аппаратом. Особенно с коленными суставами. Сегодня я покажу некоторые упражнения на все группы мышц. Поработаем и с ногами, и с ягодицами, и с бедрами, и со спиной, и с руками. Первое, с чего мы начнем, это с крупных мышц, это с приседаний в статике на носочках. По технике упражнения. Встаем на носочки. Носки направлены, колени у нас направлены на носки, спина прямая. Позвоночник у нас прямой, лопатки приведены к позвоночнику. Немного можно отклонить корпус вперед и держим мышцы в напряжении, да, в растянутом положении. Статика подразумевает над собой работу по времени, то есть здесь не важно у нас количество повторов. Здесь важно, насколько мы долго просидим в этом положении. Сейчас вот на мне видно, что по мне видно, что у меня есть мышечный тремор. Это признаки статического, так сказать, выброса гормонов, да, которые как раз нам важно в этой зарядке. Да? Идет огромнейшая выработка гормонов, да, что впоследствии запускает липолиз, сжигание жиров, поэтому берите на заметку. Следующее упражнение на верхний плечевой пояс. Возьмем руки в замок перед собой. Ножки поставим на ширине плеч, слегка подсогнув коленочки. Наша задача растягивать руки, как будто мы хотим разорвать замок, но не разрываем. И тоже наша задача вызвать у нас мышечный тремор в руках, в спине, в груди. Тянем, 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 терпим жжение. Здесь очень важно достигнуть жжения в мышцах. Вот, все, тремор пошел. Отлично. Так, следующее у нас упражнение, где нужно будет держать баланс. Будем приседать на одной ноге. Значит, наша задача положить, покласть стопу на бедро, противоположное, присесть. Ага. Баланс, статика, присели и удерживаем статическое состояние ягодицы и бедер. Тянемся тазом назад, спина красивая, лопатки приведены. И не забываем улыбаться. Отлично, тремор пошел, жжение в ягодице присутствует. Супер. Следующее упражнение у нас... приседания, но теперь немножко другого характера. Да? Ставим ноги так, чтобы у нас стопы были по диагонали. Присаживаемся, да, до горизонтали. Локти кладем себе на бедра. Спина у нас должна быть в положении параллельно полу. Вот таким вот образом. Теперь наша задача как бы коленями выталкивать наши локти. Таз назад, спина хоть и параллельно, но она красивая в лопатках, да, не круглая. И выталкиваем бедрами наши локти. Супер! Тремор пошел, жжение есть. Значит, статика удалась. Еще одно упражнение на верхний плечевой пояс. Это отжимание в планке. Встаем упор в ладони, опускаемся параллельно полу, встаем на коленочки, чтобы было проще, голова смотрит вниз, подбираем живот, спина, ягодица, копчик на одном уровне и удерживаем это положение, стоим максимальное количество времени.
Отлично. Дождались тремора, значит, все правильно. И приседание плие. С широкой расстановкой стоп. Прямо максимально, что вы можете сделать. Это подразумевает позиция плие. Присаживаемся. Здесь положение корпуса прямое. Максимально прямая спина. И здесь мы подкручиваем таз вперед. И давим ягодицей вперед. Максимально напрягаем. И как будто хотим максимально развести бедра в разные стороны, чтобы у нас хорошенько поработала ягодица и внутренняя поверхность бедра. Растягиваем. Отлично. Тремор есть. И заключительное упражнение в статике. Положение лежа на ягодицу и на заднюю поверхность бедра. Ложимся на коврик. Руки перед собой. Голова смотрит вниз, расслабленная. Наша задача приподнять ноги, бедра и стремиться стопами вверх. Живот прижат. Удерживаем положение. Напрягаем ягодицу и заднее бедро. Тремор есть, жжение есть, а значит, мышцы наши поработали. Поработали наши медленные волокна, которые не работают в обычных динамических упражнениях. А значит, все процессы у нас запущены правильные. Процессы запустились. Вот такой несложный комплекс упражнений, который просто запомнить, ну а возможно многим будет сложно выполнять. А что вы хотели? Путь к совершенному телу. Это тяжелая работа. Виктория Чибисова, фитнес-тренер, была у нас сегодня в гостях. Как и каждый понедельник, смотрите советы Виктории в нашей группе ВКонтакте «Новое утро», если вдруг что-то пропустили или подзабыли.